Всем привет! Я Александр Северов, и сегодня я вам расскажу про газовый котел Балгаз Superlux. Ранее мы уже рассматривали данный котел, который уже сегодня можно купить на нашем сайте Балгаз и у наших партнеров. Предлагаем рассмотреть его изнутри и разобраться в его технических особенностях. Одноконтурный газовый котел Балгаз Superlux – это обновленная модель уже ранее вам знакомого котла. К его главным особенностям относится меньшее потребление газа за счет использования термобаллона в газовом узле, встроенный циркуляционный насос с тремя скоростями работы и увеличенной мощностью, яркий цифровой дисплей, отображающий температуру в контуре отопления, возможность подключения к бойлеру косвенного нагрева, механическое управление котлом, которое обеспечивает лучшую работу в сетях с нестабильным напряжением, а в случае выхода из строя замена блока управления обойдется намного дешевле в сравнении со сложной электронной платой. Наличие принудительной системы дымоудаления дает возможность монтажа котла в помещениях с организацией коаксиальной или раздельной системы дымоудаления. Возможность установки в самотечных системах отопления закрытого или открытого типа позволяет устанавливать данный котел без переделки радиаторов. В комплекте с котлом поставляется комнатный термостат. При помощи него вы сможете легко регулировать температуру в доме. Балгаз Superlux имеет настенный способ монтажа и компактные размеры. В комплект котла поставляется монтажная схема, на которой изображены все патрубки и отверстия под дымоход. При помощи нее можно быстро и удобно установить котел. Мощность котла 17 кВт, он способен обогреть помещение до 170 квадратных метров. Котел данного типа может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Вы можете установить Балгаз Superlux вместо напольного котла, практически не переделывая систему отопления и трубопроводов, что сэкономит вам время и финансы. Чтобы вы не сомневались в его долгой и надежной работе, Балгаз дает гарантию 2 года. Приобретайте данный котел на сайте balgaz.ru и в сети розничных магазинов.